Всем привет, ты на канале Паша Стрим Гейм Ченнел. С тобой, как всегда, я Павел. И сегодня мы с тобой посмотрим на новую игру Dusty Racing First. Это игра, где заяц, лисица. Да, это же вроде лисица. И баран, очень накачанный баран. Причем с телом человека, но мордой барана. Уничтожают зло. Зло пришло. И кому еще с ними бороться, как не... Игра в охрененном оформлении. Я посмотрел скрины в Стиме, да, и выглядит очень-очень круто. Стоит она в Стиме 230 рубля, сейчас на нее скидка. Поэтому, если тебе понравится, присмотрись. Короче, играть мы будем, естественно, на джойстике. Это платформер, но... Мне не понравилось, что пока я не нажал New Game, не были доступны опции. То есть опции были просто недоступны, пока ты не начнешь новую игру. Я начал новую игру, начал запись, зафейлил запись, закрыл игру, да, с помощью Alt+F4, заново ее запустил, и стала доступна опция. Ну и слава богу, давай, новая игра, да, я хочу перезаписать. Ага. Кого мы выберем, барана, китсуны, я в прошлый раз даже это зафейлил, поэтому, ну, перезаписываю сейчас. Вот именно этот момент был зафейлен, давай начнем, ну, с зайца. На нормале. Outskirts. Давай. Да, я хочу загрузить левел. Within the depths of the catacomb lies a dark evil. An ancient evil sealed by a powerful magic waiting to be unleashed. In a time before you and I, it was said that once every century, two dark moons could be seen hanging over the land. One larger than the other. When these dark moons appeared, calamities abounded, children kidnapped, ships lost at sea, crops withered, men and women died of plague and illness. That was until the day a lone stranger arrived at the catacomb. Rumor has it that he came from the Iron City. As the supreme knight, only he was brave enough to face the evil. Many speculated about what transpired. A loud bang was heard, and the skies turned fiery red. But calm and stillness soon followed, and everything returned to normal once again. For many centuries after, the dark moons never again reappeared. Ну, короче, ты понял, да? Условно, если в двух словах, все, что я понял, это то, что какое-то зло вырвалось из этих, из склепов, похитило детей. Help! Помогите! Please! Пожалуйста, кто-нибудь! Someone! Anyone! Спасите! Ой, как громко. Я понижал звук, повышал звук заставки, зато сейчас мне придется его вам понизить, потому что, ну, очень громко стало. Да, сейчас поможем тебе. Тихо, тихо, тихо. Шкет, что случилось? Мой дом был атакован. Все мои друзья, они были... Что? Типа, спасите, вы должны помочь нам. Ну, короче, похитили друзей там, да? Да, спокойно, мы пойдем в пронто пиццу и там все сделаем. Пошли. I'm sorry, my friends. Я извиняюсь, мои друзья. Но это не будет так легко. Китсуне? Китсуне, ты что тут делаешь? Темная луна в зените, короче. Очень сильное зло на нас напало. Короче, все, зло сильно. The elemental powers are from kids' bedtime stories. Sensei doesn't believe so. Сенсей не поверил и попросил нас сделать это. Necessary to combat what lies ahead. Ой, какой жесткий тут этот. Well, he's always been right before. Короче, сенсей не поверил, их послал. Ну, у них вариантов нету, и все, пошли. Че, Эшкет, меня зовут Элайджа, сэр. Элайджа. Find somewhere safe to hide while we take care of this. Kitsune, найди кого-нибудь, чтобы спрятаться. И все, позаботься о себе. Китсуне, Дарк, let's go, let's go.
Короче, сюжет-то тут очень простой. Вырвалось древнее зло, и мы поехали. Ха-ха. Господи, его уши. А можно ушами бить? Ой, красиво. Я тебе говорю, оформление у игры классное. Если опустить на то, что она на английском языке, и мы с тобой максимально качественно его перевели, но ты же понимаешь. На, ты чё? Крыса, что ли? Да, естественно, крыса. Все еще жива. Так, это ускорялка. Ага, ну нас обучают еще потихоньку. Я даже не смотрел на обучение. Я просто бил крысу. Как взять? Мы собирайте красные орбиты, чтобы восполнить ваше здоровье. Я проверил, по-моему, мне показал звуки какие-то левые идут. То ли это с улицы, то ли еще откуда. На, я Данте, блин. А почему? Да, блин, крысы мелкие, короче. На. Слушай, ну точно Данте. Смотри, и меч Данте, и два пистолета у него. Здоровье-то восполнится? Все, нормально. Ау! Блин, ну как ты... Надо было двойной прыжок использовать. А можно птичку? Нет, нельзя. Нет, никак. А как вы обратно катаетесь? А, они туда-сюда ездят. Натик, барбык, бычара пришел. В спортивных штанах, быдло местное, районное. В смысле? По области бьем. Вставай быстрее, вставай. Слушай, а тут походу будет куча врагов. Всякие комбяшки, хотел сказать, комбо можно сделать. Слушай, ну очень прикольно. Так, левел 1, допустим. Ага, качали левел 2. Так, это... Если сел вперед. Не понял. Он мне показывает на мышке действия или на чем? Ну, допустим. Поехали. Не понимаю, ну ладно. Там просто LH было написано. Какие LH? Я тебя сейчас Ух ты, блин, ни хрена себе. Адские машинки. Быстрее прыгай. Не-не, так сейчас уделают. Да добивай давай его. Ну-ка. С фирменной двоечки лег. Сколько бы мы его мечом не били, а фирменная двоечка, она всегда работает. Нет! Я думал, вниз надо было. Ладно, плевать, контрольная точка здесь. Для таких, как я, поставили. Тут контрольную точку. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Стой! Короче, надо их вот так вот обманывать. Ну как обманывать? Да бей по области уже! Дроид заколебал. Ах ты крыса! Четырнадцать ударов подряд уже провели. А голубь сидит, ему плевать. Гуля сидит. Гу-гу-гу сидит. Я двойной прыжок, если что, проводил. Ха.
Да йоу! Йоу, 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 йоу! Пошли в жопу. Смотри, они до того будут нас преследовать. Здрасте. Здрасте, вонючий, крыша. Да нет же. Короче, это помогает просто уклоняться. На, я тоже могу пострелять. А, кто кого, кто кого. Не, сейчас уделаю так. Да падай уже нахер. Слушай, а игра-то не из простых. В самое начало, да в пекло. Недаром силы зла пришли далеко. Да, да бляха, ты муха. На последних издыханиях. Все, уже сердцебиение пошло. Ты живой? Ты живой? Одно радует, он не может атаковать, когда я его мечом гашу. Опупеть вообще. Так, еще одна контрольная точка. Пока что уровень какой-то повторяющийся и повторяющийся, да? Локации такое ощущение, что одинаковые, но становится все сложнее и сложнее. Дай! Ну блин, ну двойной прыжок не дало сделать. Быстрее, быстрее. Гаси дрона. Быстрее. Чуть-чуть подхиль. На тебе, на, крышу, на. А чё, удары кулаками сильнее, чем мечом? В первую очередь дрона. Гейм, гамовер, блин. Ни хрена себе. Спасибо большое, то, что ты... Так, а можно апгрейдиться? Апгрейд? Нет, не хватает. Сейчас дрон, где? Они же в прошлый раз не отсюда появились. Больше, надо больше, знаешь, что делать? Смотри, вот так вот. Блин, ну это месиво получается. Месиво, просто месиво. Вот это хороший прием сейчас был. Смотри, вот так, вверх вот так вот мечом берешь. Вот, вот как надо сражаться. Сразу по области, вверх их. Нет? Серьезно? Бабочка. Красный кристалл коллектива. Соберите два кристалла, чтобы поднять ваше здоровье. Ну, навсегда увеличить. Это реально помесь. Ну, они взяли вот это, вот 100%. Вот сундуки из God of War, а персонаж явно это Данте из Devil May Cry. Этот удар вверх, он просто имбовый. Да ёп! Короче, дрон. Дрон, иди в жопу. Только вот Данте был более поворотливым, конечно. Тут по двухмерном пространстве заперты. Ну, я тебе сейчас подерусь, бычоро. Он еще и в трениках. Хотя, может быть, эти быки злые, потому что им вместо руки приделали автомат. То кому же это понравится, когда тебе руку оттяпают? В его случае копыта. Вот сидит бычок такой, ему бах, копытца оттяпали. Давай, идем. Что это за обломки? Белка, тебе не страшно? О, босс! Сапэ! Хэт! Нет, не возьмешь.
Ну, блин, достала. Сейчас, смотри, фирменную. Нет, так не получится, надо дальнюю. Оп-оп-оп. Я заяц, я заяц. Понимаешь, мне зайца тяжело достать. Нижний удар. Ну-ка. Не, его ничего не берет. Ну, в смысле, ничто не тормозит его атаки. Да, ему плевать. Все? Дасти? Сноу? А, допустим, активируем снайпера. В сердце, я думаю, да, надо стрелять? Ой, блин, как это тяжело. Тут чувствительность настолько высокая. Кто это? Это был выстрел? It appears we have an ally, unless that shot was meant for one of us. Ну типа мы живы, и этот выстрел мог прилететь в одного из нас. Сноу, это же... Да, это он. Это Мститель. Ну, один из Мстителей. Я никогда не промахиваюсь, мисс. And who might you be? Кто ты такой? Lieutenant Snow. Лейтенант Снег. Currently AWOL, but at your service. The military may have dismissed the reports of attacks on villages as baseless rumors, but like you three, I have not. I'd like to assist you, if you'll permit me. Я буду помогать вам, если вы позволите мне. Okay, but how would we coordinate? Ну, типа, как мы найдем координаты? Simply give the signal, and I will fire upon the target. А как ты нас найдешь? Вот, дайте сигнал, и я пойду найду цель. How will you tell Dark apart from the other large lumbering brutes we've encountered thus far? Ну как, короче, ты быстро к нам так придешь? Эй! War paint, tribal necklace, and elks move with more grace than the large ruffians invading these lands. Ну, короче, он все знает okay, об этих... I like this guy. Об этих, об этой стране он нас легко найдет, он придет нам на помощь, его послали нам помогать. Этот чувак срисован уже с персонажей из Мстителей. Окей, мне нравится этот парень. Settled, then. Welcome to the team, Snow. Добро пожаловать в команду, Сноу. So try to keep up. Мы будем двигаться быстро, так что не отставай. А вызываю я его на R1, но он пока недоступен. Все, миссия пройдена. Level A, complete. На 3, понимаешь, на 3 звезды прошли. Тут еще и полноценный сюжет с заставками, понимаешь? Elijah emerges from a nearby tunnel and makes his way hastily toward our heroes. Though, there is something decidedly different about him. Ну, короче, этот маленький Элайджа, которого нам показали в самом начале миссии, двинулся дальше за ними. А, подожди, а можно другого? Нет. Мувли, кстати. Вот опять же, что такое H? Это X? У меня такое плохое предчувствие, что... А, хотя ладно, разберемся так походу. Тут какие-то непонятные комбо. А, синие кристаллы восстанавливают вашу... А, повышают вашу скалу навыков, да? Хорошо. Она у нас полная. Смотри, в засаде сидит. О, господи. Пшел нас. Ну, прям, походу, точно-точно целиться не обязательно. Слушай, окружающий мир обалденный, ты посмотри на этих жаб. Так, обучение. Ну, короче, по этим кристаллам можно бить, чтобы добывать их. А, не просто бить, стрелять этим чуваком. То есть это прям поход... Подожди. Это если ты совсем косишь, то можно и так вот сделать. Прикольно. Допустим. Не появляется, он просто так не появляется, только там, где можно.
Стой. Да что ж так, ладно. Динамит. Ах ты подлая крыса. Они как-то блочат. В смысле? Блин. Так, а я так его смогу загасить сам? Можешь, пожалуйста, вот так встать? Вот где-то отсюда, да? Встань. Встань, я тебе говорю. Не-а. Представляешь, глупость какая. Че, крысик, на. Уйди, уйди, скрой. По-моему, мы новое комбо выучили. А где удар вверх-то? Ну-ка. Во. Время-то нифига не тормозится, когда я стреляю из снайпы. То есть получается то, что мы получаем еще и урон с этого. Ну, в этот момент, когда целимся. А сам, а как ты понимаешь, из джойстика целиться не так приятно. Даже по экрану такому. Это там, где, короче, сила протекает. Серьезно? Мы просто пройдем тут и возьмем это? Это что-то слишком легко. Да. Да, да, смотри, смотри в оба. Что это такое? Воу! Мужики, мужики! Ага, не возьмете! Глупые бараны! Нифига не падают! Вы, конечно, пацанчики медленные, но... Они очень толстые. Отходим, отходим. Видишь, они в круговую стали уже гаситься. Ребята, вы падать будем? Да. Будем. Да ёп. Один это не значит, что уже победа. Хорош. Все, можно зайти к баронессе. Это еще что такое? К нам пришла богиня баранов? Баранья богиня. Фрейя. Так, ледяная атака, короче, нам стала доступна. Если вы пытаетесь, вы пытались вдвоем нам... Нас отделать, то это плохая попытка. Мы нашли новое... Чего? Ну, короче, новое место силы нашли. Для сенсея. Пошли дальше. Да, там дальше место силы еще будет больше. Ну, короче, мы ищем места силы, откуда проникли силы... Места силы, откуда проникли силы зла. Да, тут такая вот тавтология получается, потому что, ну, иначе никак. Зря я это сейчас использовал. Да, блин, уйди. Скройся. Хамелеон. Он быстрый. Незаметный. Он может быть где угодно, типа, и его тяжело обнаружить. Да прям-таки. Хамелеон лошара. Ну-ка. Да не то. Сейчас нафейлим так. Я пытался сделать это на R3 нажать, что игра пишет, но я это уже использовал, поэтому... Без вариантов. Чуть позже используем.
какой незаметный сундук, а? Да я все увижу. I feel like I've seen this before. Я думаю, я это встречал раньше. You just walked past one of these. Except it was frozen solid. I think it's time we try out our newfound power. Мне нужно успеть заморозить ее. Фига себе, заяц Сабзира. Оу, и здоровые сразу эти все. Ну-ка, дальше, да. Так, вот это уже хуже. Да нет, ну... Все, смерть, гамовер. Давай еще раз. А можно мне... успеть? Блин, с хамелеона. Ну ладно. На самом деле, хамелеон какой-то бесполезный. Ну, то есть он слабак. Ну реально, хамелеон слабак. Главное вот эту кучку собирать и гасить. Вот, смотри. О, ну да, пропал. Не видно. Угу. Так, ящик уже открыт. Сундук, то есть. Прям статуя этого. Короля дикой охоты из Ведьмака. Стой, быстро, быстро! Высунься, тварь! Во! Сейчас все люлей получат, все в округе. Хамелеон сразу скопытился. Ну а с этим-то мы знаем, как сражаться. Да зараза, а вот кто же знал, что он круговую проведет? Ну, короче, это довольно сильная атака, вот, ледяная. По области бьет. А по области тут... Ну, нет, ну. Отстань. Я думаю, кстати, бараны и львица, да, лисица сильно отличаются. Так, сейчас все, этот прилег. Уйди, 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 быстрее, быстрее. Да нет же! Бей, бей, кру... Давай, 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 уклонение, уклонение, уклонение! Да, да, да! Случайно палец на R1 ложится. Блокировать-то нельзя. Понимаешь, и в этом-то, в этом главная беда. Иди сюда, иди, давай, да давай, давай. Бычара, думаешь, самый крутой? В смысле? Сейчас, надо быстрее по фасту этого класть. Воу-воу-воу-воу-воу, вы чё, с двух сторон. Барашки, объединитесь, пожалуйста. Нет, плохо, плохо. Можно? Нет, силы нет. Ну и почему барашка насквозь не простреливается? Да как ты задолбал? Не, ну с ними вот она, вот тактика с баранами. Они идут, ты стреляешь. По-моему, их мечом не особо так я и не пробиваю. Да блин, вот надо же было одному круговую не значай так дать. Игра вообще хороша.
Была бы на русском, вообще цены бы ей не было. Да, я понимаю, надо учить английский, я согласен с тобой. Ну ты же понимаешь, что русский бы точно не помешал этой игре. В конце концов. Почему нет? Ну-ка. Да нет, уйди, уйди. Скройся, пожалуйста, скройся. Я, кстати, совсем забыл про удары голыми руками. Зачем они нужны? Зачем нужны удары голыми руками? Или это такой некий жест в сторону Нера? Сейчас, наверное, босс будет? Давай посмотрим еще одного босса. Я прям предчувствую, что мы к нему приближаемся. Я не смогу помочь тебе здесь. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. Ага, максимальное количество здоровья пополнено. А чё ж не восстановилось-то? А куда дальше? Как, не сюда? Куда-то назад, вниз? А, да, вниз. Кстати, я знаю, что заметил. Меч теперь бьет ледяной атакой, а не... обычной. Поэтому враги больше красным не выделяются, когда я мечом бью. Когда дамажат эти. Нормально. Подожди, подожди, подожди. Мне кажется, тут что-то секретное. Да. Это я люблю. То есть, синий кристалл. Соответственно, нужно два синих кристалла, чтобы навсегда пополнить вот наши две синие полосочки сверху. А, игра должна вознаграждать тебя за то, что ты куда-то отошел от коридора, да, и нашел что-то. Я вернулся, спасибо. В общем-то, не шибко ты был там и нужен. Ну-ка. Крокодил, смотри, какой пришел. Капитан Крю. Живой. Оп, оп, оп. Иди сюда. Он блочит все. Ну не все, конечно. Умирать-то будем? Так, крокодил жирный, еще один жирдяй. Мало нам было всего остального дерьма. Все, почему у меня наверху две буквы А меня преследуют вот все это время на джойстике? Две буквы А с джойстика, зачем они тут? Непонятно. Здрасте. Быки, походу, нас будут до конца игры теперь преследовать. Разработчики подумали, что это самый удачный. Да нет, блин, ну прям просто на L, на R1 само как-то палец сам ложится и нажимается. Да, бляха, стреляй давай. Нормально. Опять не может тут помочь. За что ж такое-то? Почему? Не-не-не-не, стой. Я ж все вижу, ну ты че? И вернулся. Не обязательно было это писать, серьезно. Ой-ой-ой-ой. Сначала хамелеончика, короче, гасим. Ага. Ах ты собака. Вернее, рептилия. Да прям не вижу, не вижу, не вижу.
стреляем, пока он подходит. Как только он подходит ближе, бьем. Вот где-то вот отсюда вот. Вот, и пошло. Все, до свидули. В смысле? Я-то расслабился. Пошли в задницу. Я вот так вот умею, понятно? Со звуками, на самом деле, мне не нравится. Очень резкий звук. Прям по ушам бьет, когда вот этот лед приходит. Не, сейчас приляжет. Пистолеты, как и в Devil May Cry, соответственно, такие, по большей части для красоты. Очень слабые. Хотя, если бы они были сильными, была бы имба. На две звезды. Ну, в этот раз, да, на две звезды прошли. Ну, а что делать? Короче, давайте на этом мы первый взгляд на эту игру закончим, да. Если тебе понравится, мы можем пройти ее, в принципе, целиком. Игра хороша, игра прям классная. За 233 рубля, по-моему, вообще подарок. Жалко, нет только вот русского языка, был бы вообще идеально, если был русский язык, потому что, посмотри, оформление, класс. Подача прикольная, сюжет какой-никакой, но есть, персонажи колоритные. В общем, всем рекомендую. А так, поддержи видео с лайком, подписывайся на канал, на мою группу ВКонтакте, на Дискорд, Твиттер, Инстаграм. Всех жду, всем спасибо. До следующих видео. Всем пока.